Ух, как зажужжал процессор. Ну, в смысле, не процессор, а вентилятор. Процессор-то не жужжит, что им там жужжать? Камень и камень. В общем, вчера вечером открылись интересные новости. Скажем так, что Верминтит 2 и Predator Hunting Grounds, они жутко тормозят при записи видео. И вместо плавного там 60к, ну, кадров, 4к, все дела, мы получаем какую-то рваную картинку. Вот приходится уменьшать свои потребности, свои аппетиты до просто Full HD. Хотя, конечно, на 27-дюймовом мониторе это начинает смотреться уже слегка замыленно. Фига себе, да? Когда-то давным-давно все было отлично. Ладно. Доброй времени суток, дорогие товарищи. Сегодня мы посмотрим Predator Hunting Grounds. Стоит ли ее брать? Стоит ли в нее играть? И попробуем разобраться. В общем, Predator Hunting Grounds нацелена на то, чтобы быть каким-то каноничным продолжением первого, второго Predator'а, там, возможно, всех остальных, там, Predators. И оно играет от этого. Вот. Но при этом тут нет никаких компаний, есть только Мочилова в джунглях на 5 человек, а-ля PvP, VE, то есть, ну, против игрока, один игрок против 4, а 4 против него и, собственно, против каких-то товарищей на поле боя. Что тут интересного с самого начала можно посмотреть без захождения в игры? Ну, конечно же, тут у нас есть чемоданчики. Казалось бы, уже давно пробитая тема, как бы уже никому нахрен не нужно вот это вот, вся эта лотерея, все это казино. Но нет. Товарищи разрабатывали игру, видимо, до того, как это стало немодным. А когда уже вышло, уже все стало не так прикольно. Collectibles. Что мы тут видим? Тут вместо каких-нибудь роликов, компаний, тут решили замутить такую настолько примитивную мета-игру, что за прохождение, за гринд карт, ты получаешь записи с оригинальными актерами, которые там зачитывают тексты о том, что происходило после событий фильмов. Тут даже притащили этого самого Шварценеггера, Брауншвайгера, выражаясь языком последнего героя боевиков. Там есть Dutch Tapes, да. Level 40, level 50. Part Team Gameplay. Изабелла, вот это из Predators. Просто вот, смотрите. 4 записи сделали. Блин, как тут ты... 4 записи сделали, здесь сделали 8 записей. И это считается охрененной сюжеткой, охрененной мета-игрой. Вот. OFL какая-то хрень, вот, типа, исследователи хищников. А, конечно, больше можно найти в кастомизации. Но если мы говорим про чувачков, то все достаточно стандартно, все достаточно хорошо. Хотя, конечно, и скудно. Честно говоря, после
После Alien Colonial Marines уже, по-моему, даже какой-то даунгрейд всего происходит. И вот Alien Fireteam, что так себе скинчики, что здесь вот хрен его знает, как оно разбирается. Ну, конечно, мужчина-женщина. Так, как тут вернуться, да. Outfit. Либо два, либо первый, либо второй на уровне сотом. Блин. Ненавижу. Ненавижу, когда так разрабы любят в гринд. Собственно, очень большой разброс. Одежки. Ну, что-то есть, конечно. Что-то есть, конечно. Я бы не сказал, что дофига. С одной стороны, хорошо, с другой стороны, черт ее знает. Да. Ну, в общем, как-то так. Вот. Из оружия у нас такая вот система, что есть перки, которые по очкам набираются. То есть можно только ты выбираешь вот по количеству очков, которые здесь указаны. И, собственно, нельзя увеличивать. Вот, то есть, как мы видим, 6 из 9, если я правильно понимаю вот эту вот штуку. Блин, как тут выйти? Ядрит Мадрид, эти консольные интерфейсы, они вообще через жопу сделаны. Бесит. Вот. 6 из 9. То есть в одном месте обратно надо нажимать, в другом месте через бэк. Блин, ребята, вам бы хорошего GUI-дизайнера. Вот. Собственно, дополнительные фишечки, милишечка. Я не знаю, насколько это что-то меняет. Возможно, это чисто из разряда хороших, ну, косметических изменений. И, в общем-то, куча оружия всякого. Вот, я видел, что кто-то уже с плазмовинтовкой бегает. Вот. Это что у нас так? Питбол. Я тут прокачал две. Ну и, собственно, каждая прокачка у этой хрени, она особо не сильно меняется, скажем так, в том смысле, что то так, то сяк, что модификации там то одни и те же. Там мы берем прицельные приспособления, мы берем расширенный магазин, мы берем глушак и какой-нибудь шейдер наваливаем. А-ля вот это вот какая-нибудь хрень. Не, конечно, прикольно. Hold E, блин, я ненавижу эти механики на Hold E. Но это все под джойстики сделано. Количество кнопок ограничено, количество вариантов прокликивать тоже. Да ёпрос, это я ж выбрал. Все. Тут, в общем-то, то же самое. Пистол, шмистол, шотган. Спешл, гранатомет, машинган. Я этот как бы начал прокачивать, что ли.
Ты можешь шотган взять, чтобы не повторяться. Интересно, что у нас та же самая оптика, магазин. Аж сайленсера нету. Так. Так. Ну, какая-то вариация все-таки есть, как бы, скажем так. Не совсем. То есть, тут у нас специализация даже есть немножечко. Unleashed. Reckless Deadly. Да, Outfit. Нет, это не то. Это если ты выбираешь специализацию, у тебя начинает меняться немножко внешний вид. Я так понял. Ну и самый сок это у хищника, конечно же. То есть у нас и 3 модель, сколько всяких loadout of appearance. Ну, во-первых, мальчик-девочка. Хотя я до сих пор не понимаю, какого хера у нас тут девочки появляются. Потому что вполне возможно, что хищники это однополые товарищи. То есть это лизарды какие-нибудь, ну, ящерицы хладнокровные, которые очень любят тепло. Вот, и им соски не нужны. Как они там вот со своими жвалами будут сосать грудь? Вы, блядь, думаете вообще чем? Или у вас просто так, вижу сиськи, уже супер? Какая-то достоверность мира это должна быть или что? Да. Так. Конечно, тут прикольно посмотреть всякого такого. Body armor style. Пускай открыто, вот пускай все видят. Но, блин, опять же, в первой и второй части очень четко было показано, что хищники хреново переносят человеческую атмосферу. Они могут какое-то время в ней пожить, но не более того. То есть, ну, не знаю, мы там тоже в каком-нибудь высокогорье или там, не знаю, или подышать углекислым газом тоже можем, но через там несколько минут сдохнем нахрен. Задохнемся. Что это значит, что они могут дышать? Нет. Но вот эту вот рожу, которую показали, так, о, все понравилось, надо давайте показывать. Трофеи. Ну, тут прям так... Unidentified Alien Skull. Где это? Где ты? А, Warhammer. Ребята. Ну тут, конечно, напихали всего, чего только можно. Weapon Gear. Подожди, вот. И тут вот все эти товарищи, которые есть. Да я хочу посмотреть просто, ребята. Game Preserve. Ну, тут, конечно, из всех фильмов понабрали. Вот это вот, блин, хрень, честно говоря. Такая хрень-хрень, что прямо хрень-хрень. Потому что у нас же первый, второй фильм — это хищники. Ну, то есть, они изначально назывались, ну, планировались называться охотниками. Потом переименовалось хищники. Хищники — это люди, за которыми охотника... охотятся. Вот. Суть в этом, а не в том, что эта тварь просто убивает всех. Ей интересен спорт. Она поэтому не перебила всех из плазмокастера. Она
Ну, в смысле, хищник не перебил всех солдат дачи из плазмокастера. Это не маньяк-убийца. Это инопланетная тварь, которая охотится именно на отличных представителей человечества, там, на отличную дичь. И чем круче дичь, тем лучше охотник. То есть, или наоборот. Ну, короче, это должна быть связка. Типа вот хороший охотник и хорошая дичь. Как бы, вот это вот, то, что они начинают выдумывать вот это вот викинги, это что, как бы у хищников нету собственной культуры, они начинают тупо копировать у человека все, что можно. Вот, самурайский хищник. Ну, City Hunter — это то, что было в фильме. Вот эта вот херня, Валькирия, блин, Вальгалла, Клеопатра, Египет. Ну, Бионик еще ладно, там. Еще интересно посмотреть на то, что вот как это со всякими имплантами. Хотя тоже непонятно, как они потом дальше живут с этим. Ну, в принципе, во второй части у чувака, то есть у хищника, отрезали руку, и было все хорошо. Если бы этот товарищ из смертельного оружия не прирезал его собственным диском, то, возможно, у него, у того охотника такая же рука была бы. То есть, как бы тут особо не придерешься. Амазон — это пират, ёкарный его, Exiled. Мистер Блэк — это из фильма. Фалконер, черт его знает, откуда-то. Вульф — это из АВП второго. Я бы сказал, что второй Чужий Хищник был главным образом крут только благодаря хищнику. Если убрать всех людей, будет адекватное что-то. Это из последнего The Predator. Это из первого Чужого Хищника. Это тоже из первого Чужого Хищника. Вот первый Чужой Хищник был хороший. Если бы его закинули на какую-нибудь планету подальше, чем Землю, то вообще никаких проблем с этим не было бы. Потому что Пол Андерсон правильно размышлял на эту тему, кто, как они должны выглядеть, как бы. Хантер. Хантер, непонятно. Скаут. Понятно. Берсеркер. Это по типу хищника, то есть изначальный концепт хищника, который был для первого фильма. Потом его переделали под собственно, то, что получилось. Элдер. Куда он был, черт его знает. В общем, как-то так. Я крайне скептически отношусь к тому, что Predator Hunting Ground составляет действительно каноничное наследие, но то, что они напридумывали всякого интересного, это, как, конечно, из комиксов понадрали всякого. Это факт. Да. Вот скажите, хищник добывает черепа, как бы там, сильная сволочь, которая вырывает позвоночник, считая, что машину из этого самого машину поднимает. Посиливает, чем пальцами вырывает одной рукой. Вот.
Скажите, нахрена ему молот? Нахрена? Что он им будет делать? Крушить черепа, да? Это ж не убийца, это, блин... Или какая? Что вы придумали с этим? Последний фильм, это просто какой-то ужас. Ладно, бог с ним. Давайте поиграем лучше. Я не буду ныть. А, вот. Давайте посмотрим, что у нас есть из карт. В общем, у нас всего два режима. Classic Clash и на 8 игроков, и Hunt на главный режим, который они придумали, вот этот PvPE. Тьфу, блин, или... Короче, против environment и против хищника. И раз карта, два карта, три карта, четыре карта, пять карта, шесть карт. Ну, в общем, дофига и больше, да? С вариациями. Начиная, не начинаем. Модифайеры, что там у нас? Ну, технически... Технически я тут смотрю на самом деле. Если делать кастомный сервер, то вполне себе весело побегать и настроить под себя, то есть под баланс, под редактировать. Но ведь этого же не дают, правильно? Without friendly bots. Да. Если бы набрать людей, там, 5-8 человек, то можно было бы, наверное, и поиграть что-то, подделать как-то так, подрегулировать под себя. Но в целом, конечно, мое мнение остается прежним. Если мы говорим про фильмы, то, наверное... Чужого и хищника надо разделять. Ну или, по крайней мере, соединять очень осторожно, скорее, с какой-нибудь сериальной основе, там, где хищники будут существовать во вселенной Чужих, там, Вейланд, Ютани и прочая штука. А, ну, потому что хищники сами по себе, они не несут никакой вселенной как таковой, они не вселеннообразующие существа, они только примазываются к крутым чувакам и охотятся на них. Вот. И, собственно, если мы говорим про чужого как такового и про идею чужого, вот это вот насильственное рождение, там, насилие над людьми в плане там одни люди заставляют других людей, вот эта вот идея вырождения как такового. И если мы берем идею хищника, что люди охотятся друг на друга, просто это выражено через, ну, как бы о вреде охоты, скажем так, о гуманности охоты, то это немножко разные вещи. То есть, с одной стороны, у нас маньяк чужой, а с другой стороны, у нас вот это вот бессознательное убийство и сознательное убийство. Вот, четко выраженное. И оно как бы
Чужой требует там клаустрофобичных помещений, а Хищник это скорее открытое пространство. Их, наверное, интересно было бы соединить. Но делать это надо крайне осторожно и в пределах действительно более длинного материала, нежели один фильм. А еще я не люблю людей, которые включают микрофон и что-то трындят для других. На самом деле, похер. О, модель дачи. Да, для начала надо помазаться грязью. Блин, вот этот момент с грязью, он специфический. Надо было от него просто уходить. Как бы и колониальные марины, это просто хороший способ, чтобы как-то так продумать эту идею. Так, я чувствую... Где ты, тварь? Вот эта тварь. Смотрите, вот по ней стреляет, стреляет как бы и... Еще начинает сразу с плазмокастеров херачить. Да помогите, чуваки. Если у вас совпало место хищника и команды против вас довольно опытный хищник, то вы заебетесь его убивать. Просто эта тварь бежит на вас, вы в нее выпускаете одну, вторую обойму, а ему ничего. Еще он может запинать вас этими плазмокастерами, то есть... Давайте попробуем за этого самого предатора. Почему нельзя было просто взять и там, не знаю, на уровне команда собирается, а потом оно рандомно разделяется. И там просто человек может отказаться от того, чтобы быть предатором.
если ему неприятно. Шейдер, 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 шейдеры, блин. Сплошные шейдеры. Это еще один момент, который бесит в современном гейминге, где тупо начинает нахерачивать скинчиков, чтобы человек подольше играл. Симулятор ожидания, да? Ладно. Давайте просто захантим кого-нибудь. Я еще там проапгрейдил? Нет, ничего не проапгрейдил. Надо посмотреть на... Там keyboard, mouse options, это не то. Блин. Ну и где? Где матч? Просто гениально. Гуй. Fire mode. Ну, и где мой матч? В принципе, на моменте того, что игра создает такие короткие сессии, ну, относительно короткие, она выживает, скажем так. Но это, наверное, не мое, поскольку я предпочитаю чуть-чуть подольше посидеть и повыполнять миссию непосредственно. Если бы тут был какой-нибудь респаун или что-нибудь в этом роде, как бы так. Действительно был хант, ну, охота долгосрочная, где хищник бы мог в долгую пробегать, там, выслеживать людей, там, видеть, кто самый крутой, там, пытаться как-то просчитать, кого убить первым, там, чтобы система очков была за каждого товарища. Типа вот, а у кого больше этих самых фрагов, тот самый ценный, его нужно убить последним. И лучше там из холодного оружия. А плазмокастер будет давать там всего ничего очков. Так. Оружие последнего боя. А тут видите, как чувак просто зашел, расстрелял все из плазмокастера и такой: эй, я крутой хищник. Да ты не хищник, ты вообще идиот. С точки зрения охоты, ты не охотишься, а ты какой-то херней занимаешься. Давай, не важно, хоть где. Петушара. Steam. Впервые Steam попался. То есть до этого PlayStation все налетали. Ой, Epic. Тут прикольно, кстати, Epic недавно жаловался на то, что типа Steam со своим лейаутом, там не лейаутом, API
рассчитана на соединение игроков, она там мешает всем, типа, монополию возводит. Да вот, пожалуйста, игра, которая и кроссплей вводит, и между Epic Game со Steam и нормально, скорее всего, играется. А вопрос реализации, скажем так. Да, за каждую хрень по очку. Что за хрень? Блин, застрял. Что-то ищешь там какое-то веританиум. For a truck. Это очень сильно напоминает актеров озвучки роликов из первого, как там я вам, Aliens vs Predator 2000 года, где игру озвучивали непосредственно сотрудники компании. Сами девелоперы. Сейчас, походу, будет... Ну, прикольно, да? Была такая игрушка Urban Terror. Сделана на движке Quake 3 и очень похожая на Counter-Strike. Но вот смотрите, весь стреляют люди просто вот. Вот, короче, в Counter-Strike сессионные модели, где типа один раз убили и все, и дальше ты ничего не можешь делать. Вот это вот типичный пиздец этой игры. То есть, ребята настолько задрочены, ну, те, кто остался в этой игре, они настолько задрочили игру хищникам, вот, что теперь их убить невозможно с нынешним балансом. Как бы, а и не так, чтобы видно, чтобы девелоперы сильно работали с игрой. Как бы все жалуются на это. Ну, не все, как бы. Как минимум, я жалуюсь, не буду обобщать. И, ну, еще парочку людей со Steam обсуждения. И в целом, конечно, прикольно вот эта вот атмосферность такая есть все-таки. Но то, как... приходится как со всем этим приходится заколебываться, но он, собственно, не весело.
Хотя у меня есть такое ощущение, что хищник немножечко под... Где тварь? Подождите, подождите, не отходите от меня. Так. Вот, блин, я стреляю в него вплотную, как бы. Это что, называется... Баланс, реалистичность, не знаю. Как бы. Просто в берсерка идет хищник, и всем. А, хуйня. Наконец-то, блин. Слишком охренел. Даже не лечился. Вот это просто. Такое соотношение, как бы. Хищник для тебя это как... для NPC. Да, в этот раз хищник слишком обнаглел. Давай я все-таки попробую за предатора. Конечно, кнопки здесь навешаны отвратительно. То есть, по сути, все то же самое, но что в этих самых, в остальных играх а-ля Left 4 Dead, не знаю, или прочих каких-то, ну, современных. Вот этих, что первое, второе, первичное, вторичное оружие и всякие ништяки. Но при этом они ужасно перепортировали с консолей и с джойстиков. И я просто там... Ну, есть же традиции, в конце концов. Ну, как бы, берите и используйте. But no! Обязательно нужно что-то свое придумать. А, я туплю, извините. But no! No! Customization. Так, давайте посмотрим. Customization. Катана. Battle Axe. Healing Kit. Вот, 10 из 10 набрано Motion Detector.
попробуем что-нибудь придумать. Lightbender. Пойдем. Классика, классика. Appearance. Head. Вот, пойди еще найди самый. На хищника, сука, все такое дорогое, что трындец. Это ж этот броня из сериала Witcher. Интересно. Единственное, что вот тоже, если хищники видят в терморектальном режиме, то вопрос у меня о том, нахрена им цвет. Они же не будут его различать тупо. Как бы у них глаза, вот этот вот режим приемки электромагнитных волн повышен в это самое, в более расширенный диапазон. И цвет им вообще не нужен. Другое дело, что они скорее будут себя обозначать какими-то такими вещами, которые там лучше принимает солнце, меньше принимает солнце, какое-то такое вот черно-белое, именно черно-белая такая картинка, которая будет всячески принимать тепло и больше-меньше нагреваться. Хотя, с другой стороны, да, это... Тут может быть, конечно, разница. Окей. О, это ж киборг. Получается, да? Хорошо. Ну что, попробуем слиться. Вообще, блин,
как играть за эту тварь. Но я попробую. Непонятно, потому что играешь редко. Собственно. Я бы сказал, что я, наверное, все-таки не поклонник вот этих вот PvP игр, где нужно друг на другом мочиться. Я, скорее всего, за компанейскую пробежку по компании. То есть, так, минут на 40, максимум час засесть и делаю все, что требуется. А симпатяга. Так. Блин, я вообще забыл, как играть. Если бы я еще и знал. А. В этом смысле довольно просто, оно само собой бегает. Так. Что это было? Что за ты?
я бы сказал, что надо захилиться. Что за хуйня с этим Тибоди? Да блин, немножко паркура не хватает этому товарищу. Это за нахрен? Че, тут боты только одни остались? Нет, alive, alive, да. Это шум, нет? Это просто огонь. Напоминает второй ВП. Thank you.
Где этот бракованный мудила? Просто херня какая-то. Ладно. Посмотрим, что нам принесли эти товарищи. Предатор. Мужика предатор. А, еще один? Ну давайте еще посмотрим. Пистолет. Дробь. И масочка красная. Экстра с учетом. Коллектиблс. Дач тейпс. О, дали. На 40 уровень. Коллектиблс, Изабель. Все 4 можно послушать. А этому что дали? Что-то дали, ничего-то... А, подожди. Я же за хищника играл, правильно? Appearance. Select. А у тебя... А, у тебя же ничего не это самое. Не грейдится. У тебя просто оно есть и все. Ну, как-то так, интересно. Забавно, но... Тут получается очень такая сессионная, без всякой меты и... Ну, если нравится, то нравится. Если заскучаете быстро, то как бы от этого уже не избавиться. Возможно, там через какие-то моменты можно возвращаться обратно, но тем не менее, это все, что есть в игре. Как бы... Как бы так. Ладушки, на этом я закончу. Надеюсь, вам понравилось. Присоединяйтесь еще. Пишите, если что хотите попробовать. Я все хочу тут верментит второй показать. Я, конечно, в него наиграл 300 часов, но мало ли. Может, еще кого заинтересую. Ладушки, все, всем пока, доброго времени суток.